Я опять на квартире, и своей работой сейчас занимается дверник. Сейчас я вам покажу его рабочее место, ну и тот результат, которого уже он достиг. Верстак такой. Судя по надписям, оборудование профессиональное. И у него с инструментом чемоданы такие. По чемоданам лазить не буду, ничего показывать не буду. У него осталось установить последнюю дверь. Это дверь-книжка, которая будет в кладовой. Ванная дверь запенена. Наличники тут телескопические. То есть стоит шуруповерт, чтобы двери не открывали. Затем туалет, стеклянная вставка. Так, кладовка пока нет. Одна спальня. И вторая спальня. Замки магнитные. То есть ему осталось установить дверь-книжку, наличники, и он уходит. Затем наклеивание обоев. После обоев натяжные потолки, после натяжных потолков плинтуса. То есть работа осталась в принципе немного.